Так, доброе утро, ребят. Сейчас мои отправляются на улицу гулять, а я буду доброе варить утро, борщик. Я додайте, что... Вот эти купил как. Голень. Голень на борщик, яйца. Это я буду оливьешечку делать. Время оливье. Сразу такое какое-то новогоднее настроение у меня сразу, знаешь. Будем оливье делать, да, сегодня? Борщ, оливье у нас будет. Борщ я сделаю на обед. Покупаю все время бандюэль. Бандюэль самая лучшая, кукуруза и горошек. Да, да. Самая да. вкусная. Так, а вечером биточки сделаю, пюрешечка, оливьешечку я сделаю. Короче, вообще будет. Ну и филе. Бомба. То я вообще ничего не готовлю. Филе под килограмм 329 рублей, кстати. А? 320 рублей килограмм филе. Я еще, ребята, купил себе, ну, люблю я ипатовские лимонады, это Ипатово, очень вкусный лимонад, Тархун. Так, еле открыл бутылку, это просто капец. А еще у меня есть, Саша, хорошая новость. Какая? Пошли эти дни. Ну, это не всем надо знать. На, попробуй, на, попей. Глянь, какая зеленка. Да? Трубочку возьми. А где моя трубочка? Ну, я не знаю. Возьми другую трубочку. Да. Как я люблю ипатовские лимонады, ребята. Это просто вкусы детства. Реальные вкусы детства. Это не реклама, реально вкусные. Тархун. А, это Тархун. Тархун. Гляньте какой. Кто пил Тархун в Советском Союзе, расскажите. Вкусно. Мне еще посуду помыть. Так, ладно, все, я буду вот это все ставить. Ой, какая вкуснотища. Тархун, вкус детства. Ипатово. У них куча-куча в этом году вкусов новых появились. И барбарисовый, и клюква, и лимонад, и домашний лимонад. Очень вкусный. Будешь еще? Не, не хочу. Все, ребят, мы идем на улицу с Миланой. А Люда тут будет заниматься своими делами. Да, Людочка? Да. Так, все, собираемся мы гулять. На улице у нас тепло. Аж туман. Башмаки. Милана сама, кстати, оделась. Ну, она сама одевается. Полностью. Она в садике одевается сама, впервые всех. Еще всех ждет. Да, дочь? Что она говорит? Что-то залезают. А, хвостики. Кто хвостики завязывает? Меня. Воспитатели? Давай, ешь. Ты подними его. Люд, как твои губы, кстати? Не болят? Нормально, нет. Уже прошли. Уже прошло все. А ну, вот завтра уже будут... Шелушение пойдет прям такое. Мне надо их... Саш, смотри, вот тут перчатки. Вдруг руки замерзнут, чтобы одели. Понял? А то будет ребенок с... Холодные качели в разы. Ну идите. Идите, мои хорошие зайки. Вышли мы с Милой гулять, а тут все мокрое. Мокрое. Качели мокрые, песок мокрый. Ночью был дождь. Она так любит на качелях кататься. Все мокрое. Идем, Милан, просто погуляем, воздухом подышим. Идем? Не трогай песок, он мокрый, Мил. На котика посмотрим. Глянь, какой красивый, ничего себе. И на улице такой красавчик. Кушает, не подходи близко. Глянь, без одного глаза. У него глазика нет. Бедненький. Ну, красивый такой, да? Красивый котик, да? Глянь, как он на нас смотрит. Это кот-бандит. Кот-бандит. Все, ушел. Она не дружит. Не дружит, не хочет дружить с нами. Котик, иди сюда. Так, выходим мы на наш проспект строителей. Погуляем по проспекту, да, Милан? Интересные балкончики, вот эти переходы между этажами. Такие, как женские туфли. Давай. Патрули ходят по улицам. Что, домой уже хочешь? Сейчас пойдем.
Все, ребята, мы нагулялись, на улице холодно. Уже Милана говорит, я хочу домой. Сейчас мама будет удивлена, что мы так рано пришли. Так, ага. Мама пусть открывает. Мама закрылась уже на все замки. Мама, там холодно, Милана уже хотела домой. Да, и говорит, слышишь? Да, да. Мы видели, мама, знаешь, что? Мы видели, сейчас. Мы видели кота одноглазого с Миланой. Да.